Всем привет, мои дорогие подписчики! Ну что, как вы поняли по названию этого видео, у меня теперь есть Sony X3000 экшн камера. Благодаря вам, благодаря тому, что вы смотрите и подписаны на мой канал, понемногу развиваемся. Вот уже приобрели экшн камеру Sony X3000. Стоимость я не буду говорить. Если кому-то интересно, вы можете загуглить и посмотреть стоимость этой камеры. Сейчас я немножко расскажу, что в ней, в этой коробочке небольшой, упаковано, что в ней лежит. Я не обзорщик, сразу вам скажу. Чисто немножко, что знаю, то скажу. Ну что, погнали. Так, достаем вот такие две коробочки. В одной лежит камера, а в другой лежит комплектующие. Начнем мы с комплектующих. Так, здесь мы видим USB провод. Крепление. Не знаю, видно вам, нет. Покажу поближе. Крепление. Еще дополнительно я покупала батарею на камеру. В основном камера держит батарею 2 часа, если непрерывно снимать. Так, взяла не оригинальную, потому что оригинальная стоит много, 1000, там 3, что ли, или больше даже. Поэтому взяла не оригинальную, она стоила 900, по-моему, 900 рублей, как-то так. Так, что же у нас тут еще? Ну и остальное у нас остались эксплуатация. Вот. Книжечки, чеки, эксплуатация по камере. Ну что, посмотрим дальше, что у нас здесь. А здесь у нас с вами камера. Вот мы скрываем вторую коробочку, в ней лежит камера. Большое спасибо, я хотела сказать всем еще раз, всем тем, кто поддерживает меня в моих начинаниях. Ну что, вскрываем? Та-да! Вот она камера. Сейчас мы посмотрим, что же из себя представляет экшн-камера Sony X3000. Но вы, наверное, в интернете уже много-много видели видосов. На эту камеру снимают топовые блогеры. Ну что? Открываем и видим вот такой бокс, который можно снимать под водой. До 60, по-моему, или 30 метров глубина можно снимать под водой. Что вам тут еще рассказать? Я говорю, я не обзорщик, поэтому что вижу, то говорю. Так, открываем мы бокс. Вытаскиваем камеру, и вот она, малюсенькая камера. Единственное, что вот объектив вот этот, вот линза, да, очень страшно ее поцарапать, но насадка на нее стоит, вот такая защелочка, она тоже идет со стеклом, защитная. Стоит тоже 4000 рублей, оригинальная, очень недешевая, я вам хочу сказать. Что мы здесь видим? Значит, сейчас откроем. Вот аккумулятор, как я говорила, он оригинальный, и стоит он много. Я взяла не оригинальный, я его уже убрала. Ну ладно, не важно. Так, что у нас еще? Камера снимает 4К. Здесь с каждой стороны
есть датчики, которые сигнализируют, что камера включилась. Спереди находится микрофон. Так, экранчик сбоку, он показывает все функции, которые включены, сколько осталось батареи, сколько еще записывать можно. О, я даже не знаю, что еще сказать про эту камеру. Она легкая. Снимать вот на таком расстоянии можно. Не обязательно делать вот так, как ты идешь с телефоном, себя снимаешь на вытянутой руке полностью. А здесь ты можешь просто на полусогнутой руке себя снимать, и все будет прекрасно видно. Потому что у нее специальная линза, которая показывает намного больше угол обзора у нее. Так, ну что, мы включим сейчас. А, еще не сказала. Сюда я купила флеш-камеру. Ой, камеру, блин. Флешку на 128 гигабайт. Вот такая малюсенькая. Samsung. Обошлась она мне недешево, потому что это специальная флешка. Она снимает с определенным потоком, как там, я точно не помню. Но, например, другие флешки, они просто не подойдут на эту камеру. И стоила она около 2000 рублей. Так, ну что, включаем камеру. Я могу сейчас поближе сделать, чтобы это все видно было. Вот бокс поближе я вам покажу. Вот такой вот он со всеми кнопками дублирующими, чтобы под водой можно было нажимать. Вот. Все, которые кнопки на камере есть, здесь они дублируются. Так, камера. Включаем поближе. Вот вам, пожалуйста, покажу. Вот такая линза. Крепление для штатива, чтобы прикручивать камеру к штативу. Устанавливать. Хотела сказать, перед тем, как включать, я хотела вам сказать, у меня скачано приложение специально для камеры Sony X3000, называется оно, сейчас скажу, Imaging Edge Mobile, вот это приложение, так оно выглядит, не знаю, видно, нет. Оператора у меня сегодня нет, к сожалению. Приходится как-то выкручиваться самой, снимать что-то, пробовать. Вот. А обязательно мы включаем Wi-Fi, находим камеру. Все, камеру я включаю. Все, камера включилась. Здесь показывают такие показатели. Видно вам, нет? Здесь мы подключаем Wi-Fi к ней. Подключаемся по Wi-Fi. Все, подключился. Значит, переходим в приложение. И здесь должна показаться картинка. Угу. Картинка есть. Сейчас я вам по-другому покажу. Вот. Картинка есть. Все отлично. С помощью этого приложения я могу смотреть, какой кадр мне выгоднее. То есть удобно. Что еще с этого приложения я могу делать? Я могу записывать сразу же, нажимать кнопочку здесь и вести сразу же запись. Так, ну что? Теперь что мне осталось показать? Значит, как снимает картинка с этой камеры, вы сейчас увидите. Всем привет, мои дорогие подписчики! Это пробный тест. Сейчас я снимаю на камеру Sony X3000. Смотрю вот в такой вот на себя в приложении, как я вам и говорила. Вот так вот снимает камера. Руку далеко я не отставляю. Все вот так вот видно. То есть камера. Сейчас я вам еще покажу съемку, как я записывала на телефон раньше, чтобы вы немножко сравнили качество.
Вот съемка сейчас идет на телефон iPhone SE, как я снимала на него раньше. То есть приходилось подальше руку, чтобы не так близко было лицо, но все равно оно получается очень близко. Вот так снимает iPhone SE. То есть видите, да, угол обзора совсем другой. А еще хотела сказать, я купила себе еще штатив, поэтому вот такой штатив, он раскладывается соответственно и получается выше. Снимала я на камеру Canon свою. Еще вот такой маленький штативик у меня приобретен для того, чтобы снимать было удобно, а не на большом. Если мне где-то надо в дорогу там поставить на машинную торпеду, там, чтобы было все удобно. Вот. Вот такой небольшой обзорчик я для вас сняла. Спасибо, я вам уже говорила, еще раз скажу. Нас на канале уже 398. Ребят, давайте все-таки добьем до 400 подписчиков и пойдем дальше, конечно же, не будем останавливаться на этом. Всем спасибо за просмотр, всем пока!